И снова здравствуйте, дорогие друзья, любители компьютерных игр. Продолжаем проходить Far Cry 5. В прошлой серии мы все-таки покончили с одним из братьев Йосифа. Это у нас Иоанн. В миру Ванька. Дурачок. Ох, нервы он нам потрепал, конечно. Сука такой. Вот, и мы взяли ключ от его убежища, от бункера, где он в плену держит Хадсон. Надеюсь, что сейчас мы Хадсон освободим. Что нужно знать о душах? При выборе душ для спасения помните. Чистая душа. Обязательное условие. Если душа человека осквернена этим грязным миром, посмотрите ему в глаза, чтобы понять, можно ли его спасти. Для допуска в бункер все души должны пройти очищение. Ясно разум. Нам нужны умные, образованные и талантливые люди. В первую очередь они должны доказать, что готовы строить лучший мир, не жалея сил. Сильное тело. Берите здоровых, сильных и молодых. В будущем они обеспечат здоровое потомство. Ну да, три золотых правила, видимо. От Ваньки. Доступ к системе получен. Да, это все та же миссия продолжается после убийства Иоанна Сида. Чего у нас по патронам? Вроде нормально. Потому что здесь были какие-то вот эти зараженные в прошлый раз, когда мы здесь были. Когда мы отсюда драпали. Чего, блять? Я сам помощник, если что. Ох, нихера вас там. Как насчет гранатки? Он пошел в ближний бой, на это я не рассчитывал. Твою мать. А птичек-то нету? Или есть? Не дайте ему найти помощь! Пидор бронированный, а? Ага, и что, ты мне даруешь свободу? Какие твои условия? Какие ваши доказательства? Их история закончится. А мы с вами начнем новую жизнь. В мире и гармонии. Я стану для вас отцом. Так, вот это же. Купаться в моей любви. Лишь бы Хадсон не запудрили голову, слушай. Лишь бы она все еще была на нашей стороне. Самый умный, что ли, блядь? О, это броневичок. Гори в огне, халат! Я нашел тебя! Вот она! Бля, патронов почти не осталось. Поэтому можно смело брать дробовик. Я думаю, это то, что надо. Для столь закрытого помещения. А, вот здесь мы могли бы раздобыть патроны. Ну ладно.
Вау, прям по башке. Ты что, дурак, что ли? Больно же. Так, надо найти какую-нибудь панацею против вот этих броневичков. Просто это невозможно. Ну сколько в него даже с дробовика пуль не всаживай, ему все пофигу. Почему у меня нет такой брони? Как в Call of Duty 3, помните? Я ваш отец. Вы мои дети. Поэтому я дал вам укрытие, чтобы... Капитан Прайс и... Кто там был главным героем? Что-то я забыл. Сопротивление обречет нас на верную гибель. Добро пожаловать в будущее. Одели броню. Ну вот как это, блядь, как это возможно, нахуй? Я в него всадил почти пол магазина, ёб твою мать. Люди вокруг вас — это ваши братья и сестры. Примите друг друга как свою семью. И вместе мы войдем во врата Эдема. Ну причем всаживая с него пули, хоть бы он как-то реагировал на них. Да, он просто идет вперед. Понял. Так. О, нет, 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 нет. Ну в башку можно стрелять, но в башку, блядь, хрен попадешь. Так, тут на горизонте будут патроны у нас, поэтому пушку мы не меняем. Да, патронов на эту пушку хрен мы дождемся. Это ты правильно подумал. А он и не сдох, прикинь. Я еще и проебался с этим динамитом. Это знак! Коллапс! Стрелите! Сгорейте! Ты еще, блять, мудак! Пошел нахуй. Смилуйся, блядь. Пускай будет С4. Так, кто-то пошел ко мне. А я счастлив, что у меня в руках именно дробовик. Я помню это место.
Надеюсь, здесь среди этих ребят Хадсон нету. Воу, что они творят? Внезапно забегали, стали закрывать двери. Нас всех заперли. Я думала, что застряла тут навечно. В сторонке и смотрел. Мы молили о помощи, а он просто смотрел. Другие. Так, я тут не одна, были другие. Их нужно спасти, а потом сжечь это место к херам собачьим. Помоги или не мешай. Во, я только что тебя спас, тебе бы на волю подышать свежим воздухом, она... Ну, нам нужно попасть в центр управления. Только оттуда можно открыть клетки и выпустить остальных. Она решила поиграть в героя. Ну ладно. Да, мы видели в клетках людей. Я согласен, их нужно спасти, но, блин, не в таких обстоятельствах. Может быть, сюда пригнать побольше народу. Ну, типа наших ребят. Аварийные выходы открыты. Сейчас начнут лезть эти пидоры. Здорово! Фига, он что-то кинул, по-моему. Давайте, пацаны, помогайте. Вы не можете так с нами поступать. Спасибо. Никто мне не поверит. Она выпустила помощника! Блять, плохо дело. Аптечек вроде у меня нету. Ты чё это делаешь? Почему у тебя на спине нога? Чё ты, блять, за монстр такой? Ты чё, блять, самый умный, что ли? Что у тебя, кстати, по патронам там? О, вот это нормально. Вот это тебе спасибо, конечно. Серьезно? Черт. Спасибо. Один из блоков открывается из другого центра управления. Отсюда не получится. Салага, найди другой центр. Ты меня спасла. Не, спасибо. Это пока что нам не надо. Да нет, дай мне другую пушку.
Блядь, где моя пушка, которую я выкинул только что? Есть только УЗИ. Да вот же под бочкой он. Стой, стой, центр управления заперт. Ракеты нет. Отмена запуска. Ладно, не зевай. Я опустила платформу в ракетной шахте. Так, чё? И чё, блядь? А, я понял. Так, ты попадешь в центр управления. Увидишь там пульты. Разнеси их. Чёрт, ЭДМщики! Не дайте ей освободить людей! Пошли! Для тебя уже готов кровь! Воу-воу-воу-воу, парень, я понял. Блять, ненавижу этих, сука. Разнеси их. Чёрт, ЭДМщики. Так, а я направо же не ходил, да? Чё у нас направо? Или разницы нету? Дай ему пизды, блять. Видимо, это круговая локация, и вот этот. Броневичок будет нас преследовать, да? Но мы же не дураки, правильно? Так, это какая-то серверная. Или что бы это ни было. Да, видимо, и оттуда можно было добраться, и отсюда. Тут надо найти кнопочку, наверное, какую-нибудь хитренькую. Пульт управления. Главный пульт управления. Как он может выглядеть? Ну, наверное, блять, не как сервер, правильно? Где-то должен быть на такой вот консоли. Хрена лысого. Не знаю, я методично обыскиваю все. Но что-то мне ничего не попадается на глаза. Знаешь, надо отойти, наверное, от этой. Вот что-то здесь. А, уничтожьте, ёб твою мать. Пожалуйста. Я-то думал, надо что-то переключить. А, я помню, где она. Эвакуация. Начните процедуру эвакуации. Вот,
Вперед! Пробирайся наверх. Здесь годами ничего не трогали. Если что заклинит, стреляй по петлям. Ну, черт. Нельзя открыть все замки разом. Здесь защита. Придется открывать блоки по очереди. И главное, открывай. Ой, блядь! Подожди, а чё, я там не должен был прыгать, что ли? Внимание! А, в замок надо стрельнуть. Электросеть отключена. Вот так, стреляй по цистернам. По цистернам? Контейнеры блажь надо уничтожить, все равно. Хоть мы и взломали. Давление падает. Ну, выбирайся оттуда! Живо! Сейчас рванет! Я выведу остальных пленников отсюда! Удачи, салага! Увидимся снаружи! Внимание! Ну, блядь, поздно уже, почти на месте они, блядь. О, тут и вниз можно свалиться. Блять, а что делать? Нахрен ты пистолет взяла-то, тварь? Да возьми ты пушку, ёпта! Пожар в блоке Си. Внимание! Ты что, рассчитываешь уничтожить врата и смыться? Да, именно так я и думаю. Ой, как все плохо, слушай. Мы уже здесь. Давай, помощник, цепляйся за полозья. Куда, куда мне? За полозья? Какие полозья? Ты что, ёбнутый? На, кошкой. Так убейте этих мудаков. Ты что, ну же, давай, мы прямо над тобой.
А, тут скрипт играет. Ну ладно, тогда согласен. Никогда раньше такого не видел. Я знал, что мы не зря тебя спасли. Эй! Ты вернула то, с чем мы попрощались. Надежду и округ. Что бы ни случилось, мы с тобой. Эй! А ты не промах, салага. И, судя по всему, теперь ты здесь главная. Если вдруг что-то понадобится, ты только скажи. Печать сломана. Моего брата мало кто любил. Его боялись. Никто не понимал его. Кроме меня. Иоанн не был монстром. Просто в детстве он оказался лишен семьи. Он был любящим, добрым, радостным. Он был легкой добычей. Он ошибался. Даже сходил с пути добра. Но он был моим братом. Тот, кто повинен в его смерти, будет наказан. Я обещаю это. Ебать, как страшно. Все нормально? Отличная работа, помощник. Если бы все это добро осталось у сектантов, у нас были бы серьезные проблемы. Работа у нас тут еще по горло, но дела явно налаживаются. Так держать. Так, ну и освободили мне, короче говоря. Спасибо. Ой, смотри, взял задание, оно тут же выполнилось. Такое задание мне нравится, да. А, давайте посмотрим, что мы можем себе позволить на наши деньги. Вот, винтовочка за 2800, карабин 308. Из нее можно сделать неплохую снайперку, я так полагаю. Ух ты, тут какие-то другие прицелы. Прицел большой дальности. Угу. Так, со снайперским прицелом мы знакомы. Мне он не очень-то нравится. Но вот мне вот нравится прицел большой дальности. Да, и конечно же глушитель. Для такой, наверное, подойдет круглый глушитель. И, наверное, даже хватит на магазин. Нет, не хватит. Ну, ладушки. Так, добычи у нас нету, но, в общем-то, денег особо у нас нету, чтобы можем только пополнить боезапас. Спасибо, брат. Так, ну и что мы имеем после убийства Иоанна Сида? Фолс Энди у нас вот здесь есть, пастор Джером Джеффрис. Ему можно смотаться. Ой, подожди, нам еще бабла дали. Теперь нам хватит на глушитель, я думаю. Ой, на этот. На уличный магазин. Нет. А,
Не хватает. Слушай, ты мне лучше денег дал, что ты там, блин, бормочешь. А это наши летают. Но я теперь думаю, что в Фулзенде, кроме наших ребят, никого и не будет. Да, даже, наверное, не то чтобы самолетов, а не должно быть... Настоящий охотник заботится о природе. Обычных бомжей. Если хочешь биться. Привет тебе. Ты делаешь богоугодное дело. Мне снова нужна твоя помощь. Я знал, что после смерти Иоанна его паства рано или поздно начнет колебаться. Те, кого ты спасла на ферме Вудсонов, сказали, что в секте есть перебежчик. Он нашел убежище в трейлерном парке у озера Сильвер, но больше я ничего не знаю. И я не знаю, когда Господь избавит меня от бремени заботы о раненых. Убедись, что этот молодой человек у озера Сильвер жив и здоров. Мы должны прощать. Если не будем этого делать, мы ничем не лучше секты. Надеюсь, ты взорвала к чертям эту бомбу. Так, перебежчик. Так, у меня тут с наушниками небольшая проблема. Так и есть. Я все слышу, как будто бы я нахожусь в какой-то пещере. Ну, сейчас вроде нормально. На помощь! Да ладно, я наушники проверял, какие тебе на помощь. 2000 метров. Этот перебежчик находится... Подожди. Ну, давай мы переместимся туда быстрым перемещением, и все. Какие проблемы? Почему недоступно? Странное говно здесь творится. Ну, ладушки, тогда, если нам недоступно быстрое перемещение, я думаю, что мы... А вот в 2D, где находится, смотри. Вот он. А сюда быстрое перемещение тоже недоступно. Не знаю, почему. Черт! Алло! Это не край! Сектанты у меня под дверью, они пришли со самолетом! Долго я не продержусь! Вот сюда пойдем. Да подожди! Черт! Алло! Это не край! Сектанты у меня под дверью, они пришли со самолетом! Долго я не продержусь! Как отслеживать, А, пока я не взял задание, не могу отслеживать, я понял. Вот, не край, где-то там. Вообще, это тупо, конечно, что нет быстрого перемещения, но, наверное, есть какое-то объяснение. Скажем, в той же игре God of War 18-го года. Хера там. Тоже некоторое время не было быстрого перемещения. Да, блять, залезь ты на эту ебаную гору. Двоих, прикинь, снял. Вот. Пидор хитрый. Да, пуля еще долго летит, надо с упреждением стрелять. Ну, бля, эта винтовка мне нравится, слушай, несмотря на то, что пуля летит очень долго, ну, расстояние достаточно большое, пуля летит, ну, это понятно, что пуля должна лететь.
Так, сюда лучше близко не подходить. Самолет был нашим спасательным кругом. Ну ты видал, да, как я их пощелкал? Ловушка! Мы в сраной ловушке! Слышал, ты грохнула Иоанна. Надеюсь, ублюдок успел помучиться. Я да, думаю, после того, что случилось, отмучился ублюдок. Позади, но... Видела, сектанты забрали мой самолет. Вообще насрать. Он нужен мне. Без него отсюда не выбраться. Я бы сам пошел, но у меня жена на сносях рожать вот-вот. И я не знаю, что мне делать. В смысле, без самолета нам крышка. Прошу, мне... Нам нужна твоя помощь. Извини, я что-то расчувствовался. Меня зовут Ник, кстати. Слушай, самолет должны были забрать на ранчо Иоанна. Там находится единственный подходящий аэродром. Знаю, что многого прошу, но я в отчаянии. Ведомый. Слушай, а у Яна и еще и аэродром есть, что ли? Что он вообще охренел? И бункер у него есть, и аэродром. Список имен для ребенка. А, ну он говорил же, что жена у него на сносях. Смотри, по патронам нет места у нас. Зато деньги нам нужны. Надо будет как-нибудь за кадром поохотиться, что ли. Потому что, ну, денег, ну, блин, совершенно не хватает. 250 баксов в сейфе хранить. Это какой-то... Как-то даже пошло. Рекламное объявление. Компания «Рай и сыновья» принадлежит нашей семье без малого 70 лет. Мы предлагаем новый список авиационных услуг, сельское хозяйство, опыление, удобрение, авиазасев, распыление гербицидов и пестицидов. Обучение. Качественные программы обучения пилотов, классы по теории и практике. Пилотирование, личные консультации. Обслуживание пассажиров, чартерные рейсы. Доставка товаров, 100% гарантии доставки грузов. Развлечения, прогулки в небе. Ну да, бизнес есть. Хорошо. Так, надо, получается, пробраться на аэродром в Кеуану. А это уже, я думаю, проблем нам не составит, потому что, ну, мы как бы вздрючили. Целый бункер, а уж с аэродромом мы как-нибудь справимся. Предлагаю ехать напрямки. Машина не наша, так что можно и пожертвовать. Для летсплея, конечно, не очень интересно лазить ночью. Вот. Чего это? Кто-то хрюкает. Ночью лазить по этим всем лесам. Но прикиньте, вот если бы сделали какую-нибудь игру Рэмбо, типа, ну вот ты один лазишь против... Тебя ищет там отряд военный. Отряд. И ты должен как-то прятаться, обойти их. Прикинь, еще можно на дерево было залазить. Раз на дерево залез, они раз такими им прошли. А ты с дерева прыг! И получился у тебя Assassin's Creed. Вот это была бы игра. Пальчики оближешь. Об асфальт. Так, ранчо Иоанна Сида. Подожди, а ранчо Иоанна Сида это у нас... А, это у нас целый блокпост. О, аванпост, то бишь. Лан, согласен, чё бы нет. Освободим. Тем более у нас есть снайперка, которая прямо вот сейчас удовлетворяет моим потребностям. Так, кто куда стреляет, пацаны? А, это наши пацаны тренируются. Ну да, я же освободил. Я, получается, освободил... Блядь, спокойно идут, здесь пули летят. Округ Хоуп я освободил. Ну, южный округ.
Но аванпосты все-таки остались, да? Все-таки как-то держатся эти гомосеки. А тем временем светает. Блять, они каким-то образом меня спалили. Минометчика убил, прикинь. Вот бы он нам проблем сейчас доставил. Это тревога! Подмога в пути! Я бы хотел эту миссию, ну, этот блокпост тихонечко зачистить, но что-то времени жалко, если честно. Привет, как дела, что ты делаешь. Ой, плохое место, слушай. Так, ну ладно, будем считать это... вылазкой. С целью разведки. Правильно? Правильно, я так считаю. Так, здесь парняга должен ходить. Вторую вышку надо тоже обезвредить. Так, она где-то здесь вроде, да, эта вышка? Это, видимо, был минометчик, да? Я же могу просто посмотреть, смотри. Так, раз вышка. А, два вышка. Так давайте их нахер разбомбим тогда. Чё нам тогда? Какие проблемы? Нам усадьба целая не нужна, серьезно. Только, блядь, возякать мышкой по коврику, это просто какой-то пипец. Серьезно? Там вроде и справа народ был. Вон прячется, смотри. Ну, туда ему зашлем. Тихо, 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 тихо. Все, прекращай вот это вот. Да прекращай ты, блядь, как его... Все равно они успели вызвать...
подмогу, суки, а? Как с ними бороться, а? Только этими нечестными методами. Да, разворотил я это все-таки. Вызывалку подкрепления. Но только одну. Это мы берем. А, нам не обязательно всех, то есть убивать, получается. Нам нужно найти только самолет. Но я хочу убить всех. Да, блядь. Ой, блядь, ну ладно. Гранатомет. Воу! Вот это может быть опасно. Подкрепление с севера! Ты чё такой злой? А, это подмога, смотри. Ну да, подмога злая подошла. Проведим стадо! Пошел, пошел, пошел! Через занавески не простреливается, ну прям никак. Воу! Я понял. Thank you.
Да, за этот ванпост они будут сражаться просто до последней капли кровушки. О, вот этого я, кстати, и добивался. И потом уже можно вот это сранчо Иоанна, там вот это вот самое, самолеты, вертолеты и так далее и тому подобное. И вот теперь уже можно... Спасибо за помощь. Так, можем мы... Что я хотел? Увеличенный магазин, по-моему, да? Для нашей пушки. Да, можем. Лично. Деньги есть. Деньги есть. Конечно же, боеприпасы. Аптечки, на аптечке нам не хватает. Смотри, здесь 50 баксов стоит аптечка. Это тебе, блядь, что за цены такие? На одну только хватило. Охренеть. Так, ну и самолет твой давай. Только не говорите, что мне придется на нем летать. Ой, ну нет, ну пожалуйста, ну не надо. Ну я вас умоляю, ну не надо. Ура, помощник! Я узнал, что какой-то проныра удрал на моем самолете. Тебе надо скрыться, так что лети на север. Давайте только не на время, ладно? Ну хорошо, пускай я буду летать, но не на время, ладно? Наверное, если бы я... Пару тестов, чтобы убедиться, что с ней все в порядке. Сверни налево к полям и пролети над самой рекой. Наверное, если бы я не освободил ранчо, то мне пришлось бы это делать в бою, да? Угонять самолет. Ну, хотя вряд ли. Только аккуратно. Иногда заедает. Ой, блядь, какое говно вот эти все полеты. Может быть, они... И реально так, такое управление у самолетов. То есть лечь на крыло налево, чтобы повернуть налево. Держись ниже. Ё-моё! Это ж надо вломиться на ранчо Иоанна и свалить, как ни в чем не бывало! Так им! Да какого ни в чем не бывало? Ты, блядь, видел, сколько я людей убил? Да меня пожизненное ждет от твоего самолета. Вот пидор. Они всегда так поступают. Приходят к тебе домой, забирают, что хотят. Со мной было так же. Знаешь, зря я переживал за самолет. Он ведь еще никого из нас раев не подводил. Господи, давай закончим уже с этими самолетными миссиями. Когда увидишь, что река раздваивается, сверни направо. Сверни, блядь, я чуть тебя на машине, что ли, сверни. Если честно, насчет себя я не уверен.
страхи, но я не хочу оставить своего ребенка без отца. А ведь он еще даже не родился. Надеюсь, блядь, не родится, что, блядь. Если я сбегу и потеряю дом, но спасу свою семью, пусть будет так. Разве я не прав? Чтоб меньше было этих самолетных миссий. В шестом Far Cry, блядь, твой сын будет. Давай, блядь, полетаем на самолете над рекой, ебать. Как удивительно, как восхитительно. Ну вот миссия с захватом раньше, да, она интересная. Можно было пострелять, поубивать народ. Вот это вот что, блядь, мне, ну я должен выслушивать этого вот мудака и летать. Я понял твое негодование, мужик, ну зачем я должен слушать, блядь, в игре Far Cry. Надо еще уничтожить кого-то, я твою мать. Да какой ас, я еле-еле здесь тяну. Что там я еще должен уничтожить? Сектанты направляются к северу от аэродрома. Избавься от них, пока они на земле. Ай, ну давай. Извиняюсь, конечно, за этот веселый экшен, который сейчас вы можете наблюдать на своих экранах. Мне он также нравится. Как и вам. Поворачивай аккуратненько, и до аэродрома будет рукой подать. Увидимся. Я бы еще не хотел на посадку идти, серьезно, потому что это, ну нахер надо оно. Да. Я сейчас все объясню. Следи, чтобы полоса была прямо перед тобой, пока ты снижаешься. Ну, она прямо передо мной, пока я снижаюсь. Окей. Ну это просто какой-то пиздец. Боже мой, охренеть! Твою мать, получилось, спасибо. Ким, наш самолет. Да, я знаю. Так, теперь развернем его. Давай, хватайся. А можно и не буду. Знаешь, первый раз за долгое время мне хоть немного повезло. Сраные дымчики. Ким, давай! Я надеюсь, что он в порядке. Знаешь, этот самолет у моей семьи уже 3 поколения. Представляешь? Ким, ну где ты? Да, уже иду. Боже, это женщина. Так вот, мой дед купил его после окончания Второй мировой. Это была его гордость. Я над ним поколдовал за эти годы. Ким, блин, ну можно побыстрее? Что? Вот ведь уроды, что ж им не имется? Да ладно, что, продолжение есть у этой миссии? Боже мой. Слушай,
Я пилот получше тебя, но на земле ты просто зверь. Давай я вверху, ты внизу. Ну что скажешь? Скажу, что это говно какое-то. Миссия просто бесконечная. Не уходи, пока я не вернусь! Так, мне нужна пауза, поэтому увидимся сейчас через прям секунду. Пушки, но я раскалю их до бела. Дома. Так, ну пойдем спасать их задницы. Упс, промазал. Здравствуйте. Блять, как мне зайти сюда? Видимо, никак. Но зато можно полутаться, пока они там. Давай там с воздуха ебашь. Давай, уж будь добр. Фига, он мне подсечку дал. Ты, блядь, как Ван Дам, нахуй. Надеюсь, он снял снайперов на крыше. Потому что я иду сейчас на крышу. И сейчас снайпер здесь будет только один. Воу, вот это было неплохо. Вот угадай его, да? Дальнейшее движение. Итак, для разнообразия мы бочечки повзрываем. Нормально так. Другие на полосе. Не подходи близко. Я сброшу на них бомбу. Ну, где твоя там бомба сраная? Ладно. Думаю, все кончено. Я сажусь. Может, подсобишь нам с сумками? Ну же, Ким, погнали. Нет. Нет? Нет. Идем. Ведь это наш дом. Брось, Ким, ты не понимаешь. Чего это я не понимаю? Они отбирают земли, похищают наших друзей и вообще творят, что хотят. Она хочет остаться. Ник, еще твой дед построил этот дом. И ты хочешь его бросить? Ты же так часто говорил о том, что хочешь передать дело дочери. Вообще-то я хотел передать дело сыну. Ты же сам был на УЗИ, ты же видел, это девочка. Ну, на этом черно-белом экране не поймешь, нет никакой гарантии. Ник. Люблю тебя. А я себя. Ну что ж, похоже, мы здесь окопаемся. Эй,
Слушай, нужна будет помощь, только свистни. А? Мы с тобой будем как Бучи Санденс. Ник, они оба погибли. Прошу, позаботься о нем. Да че я должен о нем заботиться? Слушай, ты жена, ты сама о нем заботишься. Юпресы, такие какие душные здесь эти задания. Но интересные. А, теперь Ник Рай в составе отряда. Прикольно. Можно вызывать, он будет обеспечивать нам поддержку с воздуха, получается. Я так понимаю. Да, блядь, не хочу я никому озабачиваться. Так, ну что ж, ладно, давайте на этом очередную серию закончим. Фига, он даже шанса не дал, да, спасти. Вот, надеюсь, она вам пришлась по душе, поэтому ставьте большой палец вверх, комментируйте, подписывайтесь на канал, если еще не подписаны. И, конечно же, бейте в колокол. Всем всего доброго, пока!